Всем привет, друзья! Это канал Outcast Games. Продолжаем с вами Hell Knight. Идем в большой какой-то холл. Я же надеюсь, здесь никого не будет. Ну, здесь только дверь, в принципе. Окей. Так, хорошо. Так, Underground Capitol Soul Station. Часы, механические турникеты. И чё? Чё мне здесь делать? Чё? А чё? Old Global Hidden World. Подожди, не хочу. Подожди, я что-то неправильно сделал или что? Сказали направо. Торчес. Где здесь факелы? Кто-нибудь видит здесь факелы? А, мне скорее всего надо, блин, мне скорее всего надо поехать, да, на хайвее этом или что? Ой, не то нажал, вот это нажми. Да, хочу найти стейшн, пойти в стейшн. Ага, заставочка. Поезда ходят еще, смотри, там у них разруха, здесь, блин, катаклизмы эти, чуть ли не там мир умирает, а у них поезда ходят. Монстры гуляют, они... А почему подземный поезд на пару? Это разве не электричка? Разве не электричка? Разве электричка подземная ходит на пару? Этот путь быстрее, что там, или ури. Рене, здорово. Так, это опять начнет сейчас, так, I was the only people. I was the great, all I want to wonder. Короче, это с ней разговаривать просто ни о чем получается. Мы, я так понимаю, в большой холл едем, да? Капец. Приехали. Че, молчим? Да, мы приехали. Так, Рене спрыгнула с поезда. Вообще спрыгнула на ходу или мы остановились? Ой, опять сохраняшка. Ну да ладно. Сохраняшки на каждом шагу, это хорошо. Можно сохранить. Я, кстати, думал, что будет игрушка, типа вот так, как мы первый уровень, мы будем просто бегать, вот так как дебилоиды, что-то делать и все. А тут, в принципе, дальше идем в какие-то страшные места. Прям вообще. Так, переключусь. И сохранюсь. Вот, Great Hall. Хорошо. Мы идем, короче. Так, вот уже все. Пиздец. Что такое? Стоп, а я откуда вышел? А, я вот так вот, хорошо, окей. Что-то страшненько здесь. Так, Huge Stone Door Blocking, давай. Большая металлическая вот. Дверь. Нет, это не она. Или она? Чё это? Подожди, спуск вниз! Я не туда пошел, что ли? Да блин, еще музыка эта. Казали идти направо. Иду направо. Так, ну тут стена. Тут где-то что-то должно быть. А, блядь. И как сюда? Так, это здесь прощелина в стене. Маленькая работа. Enter the temple. Так. Ну типа да, да?
Так, мне нужно сюда зайти? Let's do it. Ну так, do it, так значит, do it. Опа. Так, А, вот элеватор. Так, а... Так, стоп. Strange Stone. Так, какой-то грёбаный черный мяч там. Это кажется, что оно двигается или пульсирует. Может быть, трюки этого света. А элеватор что? Элеватор, if you can... Так, если мы можем пройти, мы можем подняться на поверхность, мы можем вернуться домой. Так, хорошо. Так, мне с Прайсом надо поговорить, да? Ну, окей, давай. Посмотри на этих людей. Что они... Что должно произойти в этой церемонии пробуждения или просвещения, короче, в любом случае? Опять заставочка, ну. О, там люди стоят или что? Вот эти сатанисты гребаные, я в шоке с них. Они долбоебы реальные просто. Как это вообще возможно? Вот это вот такие вот... эти поклонения, всякая вот эта херня. Нахера, блин, вы что, долбоебы что ли? Мозга нет. Слушайте мои эти слова. Братаны, мы ждали этого времени. Я большой, как скучно, чувак, зеваю, пиздец. Блин, такой шрифт. Кто-то с поверхности присоединился к нему, нашему принцу. Они превратили его в Дарк Мессию. Его эссенция должна пробудиться. Душа, хер. Так я думаю. И теперь мы... Чё, Дарк... Ой, там кто-то сзади, чувак! Тебя сейчас съедят. Так, это они на меня идут или что? Это кто нас приведет к темному этому гребаному демонс? Воу, кто это там? Шмаляет. А, это. Ренешка. Правильно, макушник, они дебилы, они зомби, видишь? Они вообще неадекватные. На! Сыка. Они больше не люди. Ну, конечно, они зомби. Это же эти сектанты и долбоебы вообще неадекватные. Конечно, они не люди. Вон, смотри, какой он дебил. Оба, кто? Блять, монстр! Припиздел. Что происходит? Вот видишь, кого ты хочешь, блять, призвать? Сейчас он тебя наебет. Он неубиваемый, да? Devils. Зло. Убей его нахер. По глазам стреляй. Наш... Бог пришел. Кнопочку нажал, сука. Это конец или что? Мы должны идти, мы должны оставить их здесь. Опа, и все, чувак, прилетели. Опа, 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 опа. Пол провалился, монстр провалился, Ренешка улетела, да, тоже с полом. Вместе, окей. И чувак улетел, и монстр улетел. Все, я сам, я один останусь с этой, с Наумкой. Я буду просто ходить и не ссыковать. Это же будет классно. Ладно. Прикольно. Так. Ой, тихо, что я нажал? Так, поговори сразу. Кто теперь призрак? Так, а ты... Я не понимаю этих придурков, которые вызывают монстров для непонятно чего. Разу, ты... А кто такой Разу, подожди? Спина, может, через... Ты должен найти алтарь. Это твоя, это... Единственная надежда остаться в живых. Ёб твою мать! Ха-ха-ха-ха-ха. Эти дебилы с чертового кольца, они выглядят, что они увидели свой конец в одно время с их большим холлом. Ой, Dark Messiah. А, они что, типа стали одним целым с Dark Messiah, да?
С улей, так. Какие придурочные ублюдки. А кто это, подожди, разу? Что сделано-то? Сделано. Не будем терять время, да? А, так, я в улье каком-то, да? Так, улей. Улей — это плохо. Что должно было произойти? Выживи. Для сейчас ты должен бежать через темноту. Ты должен прятаться, ты должен уворачиваться, если ты да, и если мы да. Ты увидишь начало какого-то мира, блять. Ты чуть долбоеба кусок. Вот эти приташпандерки. Так, ты должен обоссать алтарь, что ли? Зачем? Ты от того, а единственный путь, ты можешь выжить, так это что-то как-то нелогично, что ли? Я не могу двигаться. Хайв, так, я тут сохранюсь. Аутскиртс, так. Так, так, я откуда-то пришел. Какая у нас карта? Я пришел снизу. Идем тупо чисто прямо. Тут должна быть какая-то катсценка. Я правильно делаю? Ай-яй-яй-яй, сука! Так, мы уже приближаемся к концу, что ли? Нет, к концу, наверное, еще нет. Там еще вроде прохождение долгое. Вон, монстрюк! Сука, сейчас будет бегать за мной. Падла. Ты опять мутировал, эволюционировал? Он опять эволюционировал, да? Два монстра! А, два монстра сейчас будут и будут драться между собой. А чё ты такой худенький? А, это с первого, наверное, уровня, а это с третьего уровня. То есть... Их тут не один монстр, получается, был. Это монстр, короче, смотри. С того... А это... О, это еще и магией умеет владеть, нихера себе. Или кто это? Подожди, что это за монстр такой? Может, он за меня будет? Опа! The Twitch Wonders. Так, значит, ты тот, который льет кровь нашего темного принца. Я никого не лью. Прей. Мольба, да? Или что там? Не зависло. Так. Опять обоссать алтарь тебе. Этот мне помогает, что ли? Угу. Warp points. А warp points это типа... Как называется-то? Тебе нужны Nexus камни. Новые the stones may be found. Ну, не знаешь, так не знаешь. Я найду, в принципе. Если они есть, то я найду. Nexus stones. Your world. Ага, я пойду поищу, окей. Принц большое зло, ебаное, короче. Сказал он мне, нужно как-то что-то тут нычиться, шныриться. Так, значит, мне дальше идти, да? Чё? Так, а у меня Nexus Stones-то нету. Ладно, continue forward. По каким-то этим, по каким-то кишкам лазим, по каким-то, я не знаю, что это такое вообще. Я не могу упасть, да? Это дверь? Сюда надо? Это походу надо. Это дверь?
Дверь, прикинь, с рожей нарисованной. Прикольно. Текстурки, например. Так, паркишин какой-то. Giant Stone Pillar. Ебаный стоун. Ебаный камень. Так, часть алтаря большого холла. Он что-то сюда упал или что? Это что такое? Some kind of black. Ебаный стоун, ебаный камень нашел. А, вот этот вот черный, который упал. Который вызвал этого сраного этого. Мессиянка. Так, ладно, что тут дальше делать? Можно скипнуть слева дверь. До того, пока ты не пройдешь на открытую зону. Открытая зона у нас тут недалеко. Так, левая дверь, можно ее скипнуть. Там ничего нет, да? Вот открытая зона. Блять! Стопешка! Подожди, игнор left. Сейчас, секундочку, я переключусь на этот, на следующую, потому что тут ни куска не видно. Так. Это лоп раунд ловит. Take the left in this hall. Получается, мне вот сюда, вот сюда. Короче, мне надо типа было кругаля навернуть, да, вокруг него. Мудак. Тут тупик, блядь. Ой, тут поворот. Окей. Куда теперь, блядь? Останешься на мувы. Так, так, left this hall. Так. Ему нет дирекции, сопротивление down the hall. Я вот не знаю, куда идти. Он типа за мной пытается пройти. Короче, идем нахер дальше. Так, тут дверь! Go inside and talk to какой-то херня. С какой-то херней надо поговорить здесь. Ты кто такой? Pray, sweet, delicious. Fear. Outcursed. Что такое outcursed? Слушай нас. Это не твое место. Ты не должен быть здесь. Conversion room. А где она? А если это от смысла? Если я пойду на поверхность, что? Все равно здесь зло будет как бы дальше прогрессировать. И что? И оно потом все равно вырвется наружу. Мне нужно это остановить. Так, слушай, да, я понял, что так, а где она? Anticipation, так, так, так. Так, это плохо. Потому что я пока обернусь. Так, хорошо, я все это сделал, молодец. Ignore on your right. Монстрюка не будет? Так, дверь можно, типа, пропустить. А потом куда? Doran Neurite is another weird monster to talk to. А, просто странный монстр, с каким можно поговорить, ну, как всегда. Направо? Ага. Это ускоряшка. Называется, знаете как? Conveyor belt. Какой-то пояс. Угу. The better term and stay close to the right. В смысле, здесь тупик. Так, и здесь тупик. Ой, спокойно, не та кнопка. Направо, говорит. Чё это? Я пройти не могу. Так я не могу пройти. А, хотя я тут... Блядь! Чё за хуйня, блядь? Сука!
пиздец. Нахуя так делать? Сука. Тут тупик. Открыл. Я по кругу прогулялся. Тихо. А, надо было вот здесь пройти, что ли? Ага. Так я думал, там нельзя пройти, там же типа перегородка. Так это, короче, давайте. Все, меня что-то сейчас трясет всего. Короче, давайте вот тут закончим вот так прям. Я хер того знает. В общем, всем спасибо за просмотр. Ссылка в описании. Комментируйте. До встречи в следующей серии. Hell Night. Надо отдохнуть, потому что это пипец. В общем, все, всем пока.